На базе Атырауского университета нефти и газа состоялось пленарное заседание 21-й Генеральной Ассамблеи Ассоциации государственных университетов прикаспийских стран. В мероприятии приняли участие более 30 ученых и ректоров вузов. Артисты оркестра дамбристов, созданного при студенческом театре Атырауского университета нефти и газа, встретили гостей великолепными звуками кюе. В Ассоциации государственных университетов прикаспийских стран, созданной в 1996 году и целью которой является решение проблем Каспийского моря и создание единого образовательного пространства в прикаспийском регионе, участниками являются 50 университетов. На сегодняшний день Ассоциация прикаспийских стран стала открытой диалоговой площадкой для взаимного обмена мнениями. Участники совещания отметили, что Конвенция о правовом статусе Каспийского моря дала большой импульс для укрепления связи между университетами, особенно научного сотрудничества. Далее полномочия президента Ассоциации государственных университетов прикаспийских стран торжественно были переданы ректору Атырауского университета нефти и газа Али Абишеву. Также был высказан ряд предложений по дальнейшему совершенствованию деятельности ассоциации. К примеру, участники заседания отметили необходимость проведения олимпиад, семинаров, выставок среди студентов на научные темы. Да, обучение, допустим, иностранных студентов, это всегда очень важно для обмена культуры, для обмена обучения, потому что, допустим, мы считаем, что как один из медицинских университетов, который в этом области находимся, имеем очень большие возможности. В ходе работы ассамблеи были обсуждены основные возможности расширения сотрудничества между государственными университетами прикаспийских стран, сетевое взаимодействие учебных заведений, необходимость проведения совместных исследований по решению экологических проблем и сохранению богатств Каспийского моря. В ходе тщательной подготовки к этой ассамблее ректор Атырауского университета нефти и газа Али Абишев, тесно сотрудничая с вузами, входящими в состав ассоциации, заранее обсудил и согласовал план работы на предстоящий год. Больше акцент планируем сделать на проведение совместных исследований и реализацию тех академических программ, которые позволят нам осуществлять студенческий обмен, преподавательский обмен, приглашение профессоров, преподавателей наших университетов друг к другу. Хотим актуализировать те научные проблемы, которые волнуют все страны Прикаспийского региона. Индира Мерикенкозе, Айбек Утемисов, служба новостей.